воспринимать мир на слух, чувствовать его через движение ветра, шум моря, шорох шагов. Богдан Кирияк, незрячий юноша, не сломился от удара судьбы и научился жить в этом жестоком мире благодаря своему феноменальному таланту. Музыка навсегда захватила сердце и душу этого парня. Поэт, композитор, музыкант, ныне студент факультета музыкального и хореографического образования Южноукраинского национального педагогического университета имени Ушинского. Этот человек каждый днем своей жизни доказывает смысл человеческого существования. Он выполняет свою миссию на этой земле, даря людям ощущение прекрасного, делясь мироощущениями через звуки музыки, рожденной его талантом. Сегодня для Богдана очень знаковый день. Он пришел на Одесскую киностудию, в студию звукозаписи, записывать свой первый авторский диск. У вас сегодня необычный такой посетитель. Вот были вот такие вот у вас записи? Да, у нас были уже минимум в этом году два клиента. Один был слепой барабанщик, потрясающего уровня музыкант. Все с первого дубля писал, все было супер, отлично. Звукоизвлечение, подача, четкость, ровность, все было просто отлично. И еще одна девочка была, девушка, я не знаю, как это заболевание называется, но мы ее буквально несли в коляске на четвертый этаж. Она в коляске так вот лежала, мы записали, она пела песенку, вот, все чудесно, отлично спела, у нее со слухом все хорошо. И тоже она была очень довольна, и все было хорошо. Директор студии звукозаписи «Лето Студио» Юрий Забелин не раз встречался с такими необычными музыкантами и с большим уважением относится к их творчеству. Они очень сильные. Сильные, выносливые люди со стержнем, как минимум, это уже стоит того, чтобы очень их уважать. Не каждый обычный человек обладает такой силой воли, какой обладают эти люди. Я считаю, что это не то, что достойно похвалы, а это обязывает нас всех их уважать.